Военные поехали. А что они сюда приехали? Вон целая колонна. Интересно. В сопровождении полицеясов. В общем, приехали в город что-то сюда военные в сопровождении полицеясов. Не знаю, что они тут забыли. Вот, ребят, поехали мы, в общем, в деревню Первомайка, да, она сейчас? Прибрежный. А мне все Первомайка, блин, кажется. А пусть для нас Первомайка. Ну, пускай будет Прибрежный. Что там? А там будет табличка, ты увидишь. Прибрежный поехали. Сейчас военные проехали. А не знаешь, дед, что военные сюда поехали? В воинскую часть. Ну, что они, поди, какими? В Васильевской точке нет. Сейчас там у остановки автобус на фонарях поставлю. Да. А вы время зачекаете, во сколько выезжаете? Конечно, весной природа. Вот и все, а ягоды вот порвали. Вот тут ягоды. Да, вот тут. Все, тут в ягоды, это что-то. И Сайка с нами. Саша был здесь, в Октябрьске, когда мы рвали, а потом мы и с ним рвали просто так покушать. Да, пустое варенье, но... О, как-то нарыли прям. Ну, смотри, земли надела. Видишь, какая, кстати, черновенка такая. Ну да. Земля черная. Так мы по речке поедем. Ну, а не Вим мы едем. Бродом. Так, посмотрим, как мило. Да, я не почувствую. Да, конечно, я. Ну, нам надо к ментам вот такую петлю делать. Я еще буду проверять, останавливать. Надо проверять. Почти выбрались. Нет, нет. Нет, там, покажите. А. Саньке показывали, как это мясорубку пытаясь вытянули. Саша и Женя крутили помидоры. А он стоял на кухне, да, на этом диванчике. И так, и ты так вытянул, никак и фига не получается, да. Александровка, да, написано было? Это какой? Ну, она работала сейчас. Вот мы и поднялись. Куда это мы поднялись? Тещин язык называется. На тещин язык. Как раз таки самый интересный тут
Съезд проезд, тут все видно. Как будто с вертолета. Часто такое, там вся дорога расплёстана. Да. Ух, близко так где-то проехал, мне аж страшно было зацепить. Да, ну как это, я же вижу, стоит бабочка. Ну ты габариты чувствуешь, а для меня это большевато вот машина. И я-то справа сижу. Вот обратно, там не за проедем полу, там дорога есть. Но если дождя не будет. И намного короче, чем вот эту петлю мы сделаем. И дорога мягкая. А мы там поедем мимо могилы, да? Да. Вот, зайдем на могилу. Ну ладно, так, да, да, не, не надо. Так, вот такой обуви, зачем? Коровки. А дорога бежит вперед. Вот такая вот. Ну он да, он думал, что по прямой сейчас. Да, да, да. Вот туда и улетел. Поехал туда. Ну ничего. Потом по полю вниз так уехал. Видели, мы оттуда ехали как раз, снизу вверх. А, офигеть. Ну, значит, дороги не знал. Да, наверное, тормоза что-нибудь продевалось. Вчера было притормозить, огибали. Еще на сейчас эти мобильники, они страшное дело как-то за них говорят. Ну да. Куда? Вот Березовка. Да, в Березовку заехали. А речку Козловкой назвали. Почему Козловкой? Вот тут тоже есть дорога на Серебрянке. Говорят. Нифига себе. Река давно Козловкой вот это называется? Раньше Березовка была здесь. Березовка, речка Березовка должна быть, да, ну да. Козлом каким-то назвали. А может, она сначала берет кубокупки, как много. А что это, куда дорога ведет? То есть она раньше идет, чем надо, да? Она раньше идет, чем надо. Да. Давно пора было. Ее подняли. Девочка моя, танцуй, танцуй, пока молодая, танцуй, пока молодая.
Октябрьская, да, уже? Ну, да. Мне же потеряли, помните, на мобильнике разговаривали. А это куда пошла? В Цемгородок или куда? Да, это. Помните, там бассейн снимал. Кто еще видеокамеры? Дорога была, что бы по ней не красота, блин. А я не могу разорваться, мне фотографировать охота. Дай вам пофоты. Я могу остановиться где-то надо. Остановиться на горе надо будет подальше. Все подряд фото. Я потом разберусь. Вон, видишь, вот что надо фотографировать. Да. Ты смотри, справа что надо фотографировать. Сейчас
говорит, комбинат от этого. Все развалили. Работают, нифига себе. Пароходы то есть, вот они. 19 и 10. А что, мы тут остановиться можем, да? Интересно, да? Катя, какой 19-й стоит? Ради или перед? А я не вижу, пап. А я тоже здесь, я смотрю. Как краны работают. Десятка. Там, по-моему, десятка стоит, пап. Там, по-моему, десятка стоит. Что, сфотографировал? Сейчас, ну, дай чуть-чуть сниму. Смотри, кран там моет, сына. Сними, вон там кран моет, палубу. Сейчас, сейчас. Жалко, солнце не в нашу сторону, конечно, играет. Но все видно, в принципе. Ты снимаешь? Да. А то я не услышал сигнал. Снимаю. Вот мы здесь уже, ребят. Классно. Теплоходы загружаются. На погрузке песка. Или разгружаются, сына? Что они делают? Разгружают? Они загружают. Загружают песок. Корабль. Все, паузу ставь. Тоже сюда же, да? Стоп. Все, я записываю. Все, все много не надо. Паузу. Куда кнопочка-то, блин, я забыла. Вот погрузка, загрузка идет. А мы здесь все. А как вот эти приблизить? Теплоходы-то как приблизить? Ну там на этот нажимаешь. Куда? Вот, вот это, влево-вправо. А что тебе уметь? Вот пальчиком сюда, туда-сюда. Да не этим пальчиком. Да не могу. О, я приблизила, класс. Погода в нашу пользу играет, но... Чё такое? Дай скорости перепутал. А бывает. Я туда тоже отразил, сюда еду. Интересно же. Классно, мы находкали вообще. Надо мой метеор сходить сфотографировать. Ну, сходи сегодня. Сходим. Я скажу, сходи. Восходы там, восходы, метеор один только мой остался. Вот здесь вот ребята мы были. Такой вот красоте. Ребята, мы и были. Я такой красоте. Специально в этот, в Алтайскую бухту пусть посмотрим. Да, поехали. Воронка там. Катя тоже ничего не помнит. Да не, помнить-то мы помним, но просто освежать надо знания освежить.
все время купаться можно. Лошадки попались на пути сзади. Эти скалы мне нравятся, красиво смотрятся, слоеными слоями, слоеными слоями. Да, залив классный. Вот можно было в речке. Батя, миллионерщики строят дворы. Их можно расстреливать из суда. Ага. Почему картошки украдешь, что стреляют, а миллиард украдет? Я метеором с Ленинграда даже привозил 120 человек. Вот с таких бревен Вова хочет этот такой домик. Ну, по берегу, можно дает миллион потратить, готовый его как конструктор и потом. Вот он и паром. Сейчас бы раз паром был бы, на паром бы проехали и переправились бы. А это переправа получается, да? Да, ну на то что же было. Переправа как называется? Бухтарминская была, но теперь она никакая. Ни Бухтарминская, ни... Смотри, вон сейчас она сюда... Женя, иди. Сейчас! Вот она прибежала. Ой, какая прикольная собачка. Надо руками ее нафиг. Прикольная. Прикольная, конечно. Что ты? Нафиг. Приблудная какая-то. А ну, может, турбазы. Вот это паромная мостоферма называется. Она там вот опарели, опускается, регулируется вот под уровень укроп, воды. Соль. Вот это укроп и соль написано. Радостная такая. Иди. А что ей еще надо, да? Свободу, свободу. Ребят, вот я на переправе, смотрите. Паромная переправа, Бухтарминская. Да, на Бухтарминской переправе. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Купаться не покупаешься, холодно. Да ну, правда что ли? А я только что занырнуть захотел. Собачки пришли. Собачки? Кобздох, кобздох. Ты помнишь Новосильская переправа? Смотри, сына, камни сними. Видно, да? Помнишь? Да, все видно. Аккуратно. Ой, иди ты. Красиво. Здесь все клепанное, крепкое. Да просто, видишь, шатается, я думал. Да, ну что шатается? Обойди. Я там не пойду, где ты шел. Почему? А? Ну тебе считай километр обходить. Ну что, Женя, я там боюсь. Не знаю. Нормально. Ребята, а я здесь уже. Смотрите, а там вода. И глубоко, что, блин, дна не видно. Такие вот дела.
Ой, я бы еще вот туда, наверное, забрался. Вон, мамка идет. Все, где-то вот там и стой. Вид, панораму сфотографируй. Потому что мы навряд ли еще сюда попадем. Ну, попадем мы вообще. Вот такие виды. О, а тут дно почти видно. Водичка, водичка. Красивая водичка. О, где я? Я хотел вот так еще, смотри. Наверх залезьте. Вот по этой лестнице. Наверх. Ну, я думаю, пару фотографий еще можно будет сделать. Красота! Где? А вон залив. А, рыбак, говорят, рыбачит. Сейчас посмотрим. Вот рыбак рыбачит. Ну, короче, тут вообще интересно так. Даже уходить, если честно, неохота. Сейчас я по лестнице спущусь по этой. Мне надо, чтобы, ну, как мы здесь побывали тоже. Я понимаю, но ты как тебя взрослым снял, и теперь... Камни, камни меня прикалывают, прям видно их. Вот из этого камня я плыл потом туда к бабе. Баба вот там на дороге была, Сашка. Вот и мы и на земле. Мам, поверни. Отражаю, он не настаю. Собачка. Пошлите, сына, а то к нам дошли. Деда интересно привез, и я в этот... Стой, на том берегу захватывай здесь. Нет, их не видно. Ты что имеешь в виду захватывать? Ну вот паром отсюда уходит, он же переходит на ту сторону, а-а-а. Там же тоже вот такие устои. Нет, да где их увидишь? Да ты тебя приближает. У меня красивые фотографии. Все, я отъезжаю. Лучше на Тургусурский мост возить, мост коммунаров, где Женя плохо стоял там. Вот. Хорошо. Все, прям вот все испугались. Но.